участники приза Финсвуда в боксах. Дан старт призон Финсвуда. Старт приняли Кучна. Впереди Заурголд. За ним Дженерик. За ним Леон. Оскар. Нохчо. Лидирует по-прежнему Заурголд. Метров пройдено за 19,5 секунды. Заурголд впереди, за ним Леон. Следом за ними Нохчо, Оскар, Дженерик. По противоположной прямой лидирует по-прежнему Заурголд. Участники скачки входят в левый поворот. На второе место выходит Нохчо. 500 метров пройдено за 32,2 секунды. Пейс скачки увеличивается. Заурголд, Нохчо приближаются к лидеру. И тут же Дженерик. В повороте на финишную прямую три лошади идут в борьбе за лидерство. Заурголд, Нохчо, Дженерик. Выход на финишную прямую. На финишную прямую в борьбе выходят Заурголд, Нохчо, Дженерик. 500 метров пройдено за 31,9 секунды. Полевой стороной ротор делает бросок. В борьбе за лидерство Заурголд, ротор. Заурголд, ротор выходит вперед. Ротор приближается к финишу и выигрывает приз Финсвуда. Вторым финиширует Заурголд, и на третье место выходит Оскар. Дженерик финиширует четвертым.